Здравия, соратники. И тут, что называется, символизм здорового человека и реакция здорового человека. А вчерашний мой разбор клипа выложил один из соратников на свой канал Цельнозор 4.4. Кстати, я еще не подписался, да. И чего я не ожидал абсолютно, и что меня чрезвычайно порадовало, это адекватная реакция от, собственно, главных героев. Тут комментарии есть, но в этом не суть. А с комментарии-то понятно, они по делу и хорошие. Меня удивило вот это. Сейчас найду. Благодарю всех, кто подключается к пониманию смыслов, кодов, которыми переполнена вся новостная лента. Но меня вот это удивило. Спокойненько, без всяких истерик, как и было фан-клуба, допустим, Агутина. Там этот Дмитрий очень по-разному себя вел, скажем так, писал разные вещи в комментариях. Еще когда был мой оригинальный канал, грозился уголовками, сейчас его юрист грозится уголовками и контактами со всеми другими авторами тех песен и клипов, которые я разбираю, и так далее и тому подобное. Ну, просто истерика. Я об этом тоже, как обещал, сделал ролик. Но вот это меня... И причем это реальная бедва. Вот кто не верит, это реальная бедва. Ребята неожиданно приятно удивлен. Продолжайте радовать поклонников. Ждем еще клипов. Надеюсь, будут столь же глубокие по смысловому наполнению и содержанию. И просто радует. Просто радует. Я всецело за открытость и взглядов, и информации. И за обмен мнениями. Открытый, свободный, открытый обмен мнениями в соответствии с законами нашей вселенной. Каждый имеет право на свою точку зрения, на свободу воли, на обмен информацией. Это замечательно. Постараюсь держать всех в курсе. Постараюсь максимально прорекламировать в дальнейшем, если будут, ну и уверен, что будут, клипы замечательной группы Би-2. Смотрим, ибо посмотреть есть что. Клипы всегда. Да, кстати, я еще не воздушную тревогу не разобрал. Там тоже много чего интересного. Смотрим Би-2, рекомендую. Смотрим клипы. Великолепный смысловой ряд. О многом говорит. Для тех, у кого есть хоть какое-то понимание, хоть какая-то целостность, сознание и умение работать со смыслами, тем эти клипы будут полезны. Они очень информативны для понимания ситуации, которая есть сейчас и которая была в прошлом. Благодарю всю команду Би-2 за великолепные клипы и за адекватную, здравую реакцию. Всем добра и всего хорошего.